Дорога на улице Ушинского. Летом здесь ямы и непроглядная пыль. Весной и осенью ситуацию усугубляет дождливая погода. В итоге проезжая часть превращается в непроходимую. Вокруг глубокие лужи и грязь по колено. На капитальный ремонт денег в городском бюджете нет. Проблему пытаются решить имеющимися силами. В течение 2 дней силами службы благоустройства была проведена более-менее проезжая состояние дорога по улице Ушинского. Были использованы БУ кирпичи, ПГС, щебень на участке от Южной Котельной до улицы Таежная. Вот только насколько хватит этого ремонта? Трафик здесь большой, причем много ездит грузовых машин. Район активно застраивается. Жители настроены скептически. Я думаю, что оно растопчется, потому что машин очень много ездит с большими грузами, так что это мало. На сегодняшний день, как видите, везде дороги нормальные. А так грязь сюда заносится, и тут жижа, тут так вот не перейти. А песочно-гравийная, это та же. Все размоет. Это бесполезно. Сейчас вот стякать будет, так же все опять размесякают, и все. Ничего хорошего не будет. Ну, по такому виду будет. Такая реакция жителей улицы Ушинского обоснована и вполне понятна. Дорога от Южной Котельной до Таежной – гравийная. За ее состоянием необходимо следить постоянно. Такое поручение дала глава города Светлана Дейнека службе благоустройства. Так что это должно быть не последний текущий ремонт, если, конечно, до него дорога не превратится в зимник.